Я первый человек в космосе. Если вы меня не видите, может, хотя бы слышите. И вот что я вам скажу. Здесь нет ни гор, ни океана. Я просто лечу. Здесь нетронутое пространство Создателя. После меня придет другой и прикоснется к этому. И, возможно, в спешке мы разрушим космос. Может, все войны на Земле случаются от тесноты? Послушайте, люди, больше нет смысла убивать друг друга, потому что у Вселенной нет границ.